Очень рада всех вас видеть, видеть ваши глаза, слышать ваши аплодисменты. У меня есть только одно предложение. Давайте забудем обо всех проблемах, заботах, страхах. Все оставим там далеко и настроимся только на хорошее настроение, на прекрасный вечер и чудесную ночь с сюрпризами. Так что улыбаемся, хлопаем, хлопаем и радуемся сегодняшней ночи. Да, радуемся и не теряем время зря, потому что следующая песня очень важная для меня и очень значимая в моей творческой жизни. Это мой первый сингл, который вышел чуть более года назад. Прошу прощения, я немножечко попью. Он вышел чуть более года назад, и я с огромным удовольствием хочу подарить вам «Время». Больше ждать, пора часы переводить.
Спасибо. Тут даже немножечко поблестели. Но совсем-совсем чуть-чуть. Мне очень жалко вот эти столы справа, слева, слева. Я же девушка, у меня такой красивый балет, такие девчонки. А вы ничего не видите. Очень жаль. Если что, выходите, немножечко потанцуем вместе. Потому что не обязательно сегодня сидеть, можно и потанцевать. Тем более, следующая песня будет более энергичная. А почему? Потому что грустить долго не надо. Нужно менять свою жизнь, делать ее более счастливой. А для этого вот лично мой совет. Нужно подойти к зеркалу каждое утро и говорить: сегодня самое красивое, самое прекрасное и любимое, самое обаятельное и привлекательное. Другая я. Непостижимо. Спасибо, девчонки, спасибо за аплодисменты. Вот такая вот другая я идет в новый день, в новый очень хороший день. Но я считаю, что неважно, грустный день или радостный, солнечный или дождливый, неважно. Это каждый день, это ваш день. И я хочу сейчас спеть песню о моем дне. Thank you.
Спасибо. Я хотел бы сказать спасибо тому прекрасному чувству, которое живет во мне. Это чувство любовь. Благодаря нему я могу творить, я живу, и в принципе все получается, слава Богу. И это чувство дарит мой единственный, родной, самый любимый человек. Это мой муж Алексей. Я не могла это не сказать, потому что мои чувства — это... Ну, это мое творчество. Спасибо тебе за твою поддержку, за твои силы, за твое терпение и за твою любовь. И я всем желаю, чтобы в вашем сердце жила любовь, чтобы вы были очень счастливы, всегда улыбались и радовали близких вам людей. Спасибо. И в завершении своего... концертного выступления, но не в завершении сегодняшнего вечера, потому что дальше нас будет ждать очень много всего интересного, хорошей музыки, людей. Я бы хотела исполнить совсем-совсем новую песню и к своим пожеланиям о любви добавить, чтобы каждое утро вы просыпались и вот светило солнышко на небе или в душе, такой оранжевый апельсин. Ну а сейчас мы все с вами все-таки остаемся под властью ночи, как сахар с неоном. Поехали. Завтра утро с заводным апельсином. Отпусти, я
Телеканала РУ-ТВ, но не могу этого сделать, потому что здесь в зале есть еще одна группа, представленная в той же самой номинации, которой и Катрин. Это «Прорыв года», либо «Лучший старт». Это группа 3002, а там два мужика, и я как-то побаиваюсь Катрин что-то желать. Лучше я никому желать ничего не буду. Мы вообще думаем, что во всех номинациях победит Денис Клявер, потому что он самый здоровый, и мы его на РУ-ТВ боимся. Он не верит. Но у нас просто есть крыша в виде Стаса Костюшкина, поэтому пока хоть как-то держимся. Друзья, прямо сейчас будем доказывать
точнее даже опровергать то правило, что у девушек не бывает дружбы между друг другом. Прямо сейчас на эту сцену поднимется лучшая подруга певицы Катрин. Зовут ее Анастасия Спиридонова, финалистка супер-мега-проекта «Голос». Девчонки вместе учились, вместе работали, вместе тусовались, а теперь вместе звезды, так сказать, дотусовались. Так что, если вы готовы немного поаплодировать, мы будем очень рады. Встречайте обворожительнейшую певицу с ангельским голосом Анастасия Спиридонова. Здравствуйте, друзья. Послушайте, я здесь, правда, не случайно. Мы с Катёной дружим уже 11 лет. И я безумно рада, что сегодня я здесь присутствую, что я это слышу и вижу. Потому что, поверьте мне, я как артист вам скажу, что это непростой путь. Эта девочка с двумя высшими образованиями по профилю, вокальная и актерская, поэтому я ее знаю вот уже 11 лет как человека, который работает над собой, совершенствуется. Я лично, как чисто творческий человек, который не очень работает над собой, могу только поклониться и сказать, что это пример большой для любого артиста. Я за нее очень рада. А я вас, собственно, пока наша Катрин переодевается, я спою для вас песню, которая еще не вышла, скоро она выйдет. Это моя новая песня под названием «Я выбираю тебя». Рада представить ее вам. Так что вечер продолжается. Спасибо. Мы на грани победы, я не успеваю что-то сказать. День снова сменяет ночь. Следом иду я, не уходи прочь. Не оставляй меня, не оплати глаз. Yeah!
Спасибо, и вам тоже. Я вас вижу. Друзья, у нас тут такой экспромт. Котеночка моя, дайте мне, пожалуйста. Малышка, я. И воды. О, да, а можно нам воды? Тут и сюда. Это супер-женщина, я вам могу сказать. Я ее знаю 11 лет. Дорогуша. Любимая мальчишка. Настеночка. Они такие нежные, как сама ты. Потому что ты нежная, чувственная. Такая волшебная, воздушная. Все, кто тебя знает, они поймут, о чем. Спасибо. Да, у нас сейчас будет экспромт. Но я сразу попрошу... Можно вас попросить цветочку взять? Звукорежиссера. Пожалуйста, добавьте мне микрофон, потому что это очень голосистая девочка, а микрофон у меня тише. В жизни ее не перепою, а с тихим микрофоном... Вот сравните, да? Да? Смотрите, она поменялась. Сейчас синий настраивайте Насте. Вот ты звезда сегодняшнего вечера. Спасибо. Давайте поаплодируем, пожалуйста. Добавьте синенького, пожалуйста. Потому что очень здесь жарко, да. А мы сейчас исполним вам песню очень красивую. Очень известную. Но импровизация. И еще вот водички. Простите, что мы так тут долго. А сейчас чуть-чуть попьем. Вы не представляете, как здесь жарко от света. Зато зритель видит настоящую творческую обстановку. Муки творческие артиста. Я думаю, мы готовы, да? Да. Признаться в любви. Спасибо, Настеночка. Я тебя очень люблю. Я очень рада, что у меня есть такие друзья. Не одни. Их много. Их много. Спасибо. Oh.
Спасибо. До свидания. Хорошего вечера.